Ломаник. Ломаник, наш постоянный участник, ветеран, но дает фору и молодым. Хотели вот узнать его мнение о новом турнире, о новом виде спорта, как народный подъем на бицепс, и вообще, в общем, об организации, как все прошло, как на ваш взгляд? Ну, на мой взгляд, всегда турниры этой федерации проходят очень, очень ярко, очень успешно, собирают большое количество людей. Ну, что касается нового вида спорта, народный подъем на бицепс, то есть многоповторка. Довольно-таки интересный вид спорта, в общем-то, мне понравился. Как бы я нигде не видел, ни в какой федерации такого вида. Сам я являюсь заслуженным мастером спорта в строгом подъеме на бицепс федерации НАП. Как бы, ну вот многоповторка по-своему тоже интересна. Я к ней особо не готовился, да, более доступно. Как бы в этот раз затащил 60 килограмм на 18 раз, но я думаю, что в следующем году, если подготовиться, то ну, я побью свой рекорд, я думаю. Как-то так. А пока буду готовиться на следующий турнир. Замечательные медали. Все отлично, все понравилось. Как бы все прекрасно. Спасибо за участие. Спасибо вам. Спасибо вам за приглашение. Спасибо. Узнать ваше мнение о нашем турнире. Вы впервые у нас. Да. Как вот вам награды, как в общем организация и драйв, пока у вас все бурлит, кипят, да, эмоции. Да, да. Вот, ну, хочу вообще сказать, меня зовут Руслан Силин, я проживаю в городе Астана, Нур-Султан. Думаю, пройденные 200 километров были очень для опыта необходимы, то есть познакомились с армлифтингом, заняли первое, второе место по жиму и по тяге, сделали рекорд Казахстана. Да, спасибо за организацию, спасибо за крутые медали. Думаю, что мы продолжим сотрудничать, выступать и ставить новые рекорды. Спасибо вам за выступление. Спасибо за вам. Узел Соцкого. Спасибо. Будем вместе сгибать металл в будущем. Все, дальше спасибо. Ждите шоу. Спасибо. Города? Меня зовут Константин, я с города Астаны. Очень хорошо выступили. Как ваше вообще, ну, впечатление в общем о нашем турнире, так как вы впервые выступаете? Очень интересно ваше мнение. Ну, нам все очень понравилось, все очень классно. Ну, все было организовано прям на хорошо. Я понимаю, что всем понравилось. Все-таки мы хотим узнать все стороны, какие-то минусы, что-то, чтобы мы улучшали вместе наши турниры в будущем. Ну, мне кажется, в принципе, судейство все хорошо было. То есть у нас вообще никаких вопросов не возникло к судейству. Все честно, все так, как надо. Начиная от самого взвешивания, да. Все вообще очень круто. Огонь, да? Да, вообще классно. Адреналин зашкаливает? Да, да, да. Спасибо за выступление. Павловец Владимир, ветеран. Да, вы из Астаны, вся команда. Да, мы все из Астаны. Первый раз выступили очень мощно. Третье место, это как бы, как общее впечатление? Все замечательно, да, спасибо. Не ожидал, что получу медаль и что-нибудь завоюю, но... Ну, на адреналине затащили. Да, спасибо. Спасибо вам за выступление. Шостов Антон, Астана, тоже участник астанинской команды. Выступили очень хорошо. Как сплошной один позитив. Турниры, организация, медали, награды. Какие-то минусы, плюсы, что? Одни плюсы. Одни плюсы. Будем приезжать, хорошо. Будем побеждать. Все, будем рады вас видеть всегда. Спасибо. Здравствуйте еще раз. Валерия Мельто из Астаны. Это мои первые соревнования вообще. Все очень понравилось. Не ожидала, что получу медаль и звание. Все, вы супер. Очень мощно выступили, вообще классно. Спасибо, отлично. Мне хочется еще раз приехать уже. Всегда рады вас видеть. В октябрь-ноябрь будет два крупных турнира. Уже будут новые медали и новые звания. Как бы мы всегда идем вперед, улучшаем. Стараемся для спортсменов, чтобы все было на высшем уровне. Все очень понравилось, все отлично. Спасибо. Спасибо большое вам за участие. Спасибо. Здравствуйте, я Пальчун Евгений, представляю клуб Body Style. Вот, мне понравились очень соревнования, все хорошо на высшем уровне, организация, все судейство, все как ништяк. Награды? Награды очень хорошие, такие прям добрые,
тяжелые такие, классные. От души сделанные. Если честно, для коллекции само то. Классно. Блин, все понравилось, все ништяк. Спасибо вам за яркое выступление. Спасибо вам. Будем стараться всегда. Конечно. Обязательно будем еще приходить. Мы для этого всех собираем интервью и пишут люди отзывы на сайте, чтобы знать, какие-то у нас есть недочеты, чтобы их исправлять. И в итоге будет идеально. Ну, я скажу, что я уже не первый раз выступаю на ваших соревнованиях. Очень доволен. Вот, с каждым разом все лучше и лучше становится. И медали, и организация, и вообще, ну, просто мне нравится. Мастерство. Да. Всем спасибо. Меня зовут Пардигов Евгений. Сегодня участвовали, выступали в народной бицепсе. Заняли 3-е место вот, с другом. Ну, ничего, будем готовиться. В следующий раз будем бороться за золото. У вас удачно 2-3. Ни от кому не обидно. Да, да. Очень приятно выступать и находиться в этом зале, в этой федерации армлифтинга. Благодарим Джабара Анатолия за предоставленное помещение и всю эту организацию. Выступаю я уже не первый раз здесь, у меня много наград, присвоений. Представляю я клуб «Гигант», фитнес-центр. Вот. Ну что я могу сказать, сегодня прошло все отлично, атмосфера, огонь вообще. Ребята приезжают со всего Казахстана, федерация расширяется. Процветание вам, Джабар. Спасибо. Удачи и вам высоких. Вам первое место и новое звание. Спасибо, Джабар. Спасибо. Скоро будут иностранцы. Все классно. Ждем. Огонь. Ждем на следующих турнирах. Обязательно. Спасибо. Вам спасибо. Здравствуйте, Машенко Анна. Представляю город Жезказган. Здесь второй раз. Организация нравится. Но очень хотелось бы, чтобы окружение, люди, группа поддержки была бодрее и сильнее. Это очень важно для спортсмена. По крайней мере, для меня, я понимаю, когда люди начинают поддерживать, подбадривать, и результаты намного лучше. Адреналин, да. Да. А иногда этого не хватает, потому что смотришь, люди, человек не справился с заданием и не хлопают. Да. Это печально, для плохо. Этого есть главный судья. Поддержим спортсмена. Да. И вот все это сразу. Да, вот. Спасибо главному судье. Вам спасибо за выступление. Собрали все возможные награды. Не ожидал, честно говоря, что вы столько раз поднимете бицепсы. Это задел для мужчин был. Я сама не ожидала. А мужчинам было уже неудобно, им пришлось по-любому поднимать. Да, я их смотивировала. Благодарю. Всего хорошего вашей федерации. Спасибо вам большое. Процветайте, развивайтесь. Спасибо за выступление. Спасибо. До свидания. Жаксбаев Ирлан Амангельдеевич. Я представляю клуб «Орбита Фитнес». Сегодня Ирлан показал всю свою мощь и аж 3 награды занял. Завоевал 3 награды. Как в общем организация, как награды, как все прошло? Вообще все прошло, знаете, на высшем уровне. Медали очень хорошие. Стараемся все для спортсменов делать. Было судейство хорошее, без проблем. Желаю успехов этой организации. Главное только вперед. Спасибо, что даете возможность выступать всем спортсменам. Очень благодарен вам. Спасибо. Вместе сделаем эту федерацию еще лучше. Представьтесь для Здравствуйте, зрителей, кто меня вас не зовут знает. Сергей. Да. Очень где вы приятно. Участвовали? Я участвовал сегодня в народном подъеме на бицепс. Да, турнир соревнование. Народная сила. Народная сила, да. Турнир был ну, мне понравился, в общем. Как награды, как организация? Награды все отлично, организация супер. Спасибо большое организаторам. Была достойная борьба. Соперники были достойные. Море адреналина. Адреналина куча просто. Да. Но пришел за мастером спорта. Мастера спорта норматив выполнил. Своим результатом доволен. Ребята все молодцы. То есть организация, все очень здорово. Спасибо. Очень приятно. Да. Спасибо за хорошее выступление. Вместе всегда турнир будет лучше, когда каждый спортсмен старается внести свою лепту, показать максимальные результаты, то всегда турнир будет более ярче и более ценнее для нас. Так как мы стараемся для людей, и когда мы видим отдачу, что они выполняют нормативы и получают звание, то нам становится еще от этого приятнее, и мы следующий турнир делаем еще более высокого уровня. Всем спасибо.